Представители русского географического сообщества посетили Казанский федеральный университет. Визит в КФУ организован в рамках экспедиции по следам Флоринского на колесах багги. В ходе своей экспедиции мы посещаем города, начиная от Москвы, посетили место рождения Флоринского, это село Фроловское Владимирской области, далее Казань, далее Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Томск, всего около 4000 километров. Василий Флоринский, российский врач и археолог, один из инициаторов открытия Сибирского, ныне Томского государственного университета, а также профессор Казанского университета по кафедре акушерства и гинекологии. Цель экспедиции – создание документального фильма об ученом Василии Флоринском. По ходу движения мы собираем материал о жизни и научной деятельности этого ученого Флоринского. Поэтому то, что мы здесь, материалы, которые мы здесь найдем, увидим, это также будет использовано во время фильма. В рамках визита в Казанский федеральный университет гости посетили музей истории и отдел редких рукописей КФУ. Там гостям представили книги из личной библиотеки Василия Флоринского. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.